Сенат принял документ об ускорении уплаты налогов и сокращении расходов в рамках Евразийского экономического союза. Закон, помимо предоставления качественных услуг гражданам, способствует дальнейшему развитию отношений между государствами-членами союза. В частности, уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов, антидемпинговых компенсаций позволит снизить затраты. Документ предусматривает введение института авансовых платежей. Деньги, включенные в расчет предстоящих таможенных пошлин, налогов, штрафов и процентов, признаются как платежная квитанция. По требованию лица, осуществившего авансовые платежи, таможенный орган отчитывается об использовании внесенных ему денежных средств в качестве авансовых платежей.